Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю проходить второго Гекса, японскую версию. Так, ну что ж, отправляемся к третьему боссу, Мичарузу. Пришло время. Ну, не слишком сильно изменили лого, но изменили. За золотым третьим пультом. Так, прыгаем на дом. Долбим его. Так, ну, давай. Ждем. Главное не попадаться под его хвост вот этот. Ай-яй-яй, так, чуть не попался. Так, ну еще половины даже нету. А, его еще можно бить, окей. Ага. Ай-яй, попался. Я попался, к сожалению. Ух, я его два раза, по-моему, ударил уже. Ага. Я себе отвоевал муху. Так, ну куда ты? Дома уже почти исчезли все. Бьем Мичарза наглую, в наглую. Ух ты! Ах ты, успел меня ударить. Так, ну два раза тебе осталось. Танки один раз осталось всего лишь. Так, а я тут вижу домик с мухой. Так, все, готов. Получаем золотой пульт, ура. Так, а затем мы отправимся в синие ворота. Сохраняемся. Я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.